Добрый день. Сегодня мы находимся в санатории «Звенигород» Первого государственного медицинского университета имени Сеченова. И мы в гостях у главного врача Коваленко Алексея Анатольевича. Алексей Анатольевич, добрый день. Здравствуйте, Андрей Александрович. Алексей Анатольевич, ваш санаторий находится в таком замечательном месте. И, во-первых, недалеко от Москвы, во-вторых, тут лес, так все здорово, красиво, очень приятно у вас находиться. Скажите подробнее о вашем санатории. Спасибо большое. Наш санаторий существует уже более 30 лет, с 1986 года. Мы действительно находимся в климатическом курорте Подмосковья, в зоне умеренного лесного климата. И на нашей территории располагается достаточно большая лесопарковая зона, площадью 18 гектаров. Мы находимся в окружении хвойного лилового соснового леса. Территория наша облагорожена, имеет множество благоустроенных дорожек. И действительно здесь очень приятно не только находиться, проводить время, гулять. Такая нетронутая часть живого леса. Алексей Анатольевич, расскажите про полный спектр медицинских услуг, которые может оказать ваш санаторий. В санатории у нас достаточно широкий спектр медицинских услуг. И, наверное, если сравнивать с санаториями Подмосковья, один из самых широких. Это связано с тем, что мы являемся подразделением Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Санаторий вошел в структуру университета в 2016 году. И сразу же после его реорганизации, благодаря поддержке нашего руководителя, академика Российской академии наук, профессора Петра Витальевича Глыбочка, произведена полная модернизация медицинской службы санатория. У нас открыта новая медицинская часть, проведен ее капитальный ремонт, полностью заменено оборудование, внедрены новые способы лечения, открыта водолечебница в санатории. Также у нас появилась уникальная возможность, что отличает нас в принципе от других медицинских организаций. Мы предоставляем консультации врачей университета. Ведущие специалисты университетских клинических больниц приезжают к нам для проведения консультаций. Эти консультации у нас оказываются практически по всем медицинским специальностям, начиная от терапевтических, заканчивая хирургическими, в том числе высокотехнологическими. В нашем санатории установлено современное, новейшее оборудование для того, чтобы оказывать медицинскую реабилитацию на самом-самом достойном уровне. Мы в структуре университета являемся неотъемлемой частью полного реабилитационного цикла. Пациент, который пролечился в университетской клинической больнице или которому выполнена операция, после выписки поступает в центр реабилитации университета, где проводится стационарный этап медицинской реабилитации с использованием всех современных достижений медицинской техники, в том числе реабилитационные занятия на роботе. После того, как он проходит стационарный этап медицинской реабилитации, пациент поступает к нам на санаторно-курортный. Мы здесь проводим уже долечивание, адаптацию к трудовым условиям, адаптацию к бытовым жизненным условиям. И все наше оборудование, начиная от тренажеров, механотерапии, физиотерапевтического оборудования, оно снабжено так называемой обратной биологической связью. То есть это очень умные тренажеры, очень умные аппараты, которые адаптируются под все индивидуальные особенности наших пациентов. В нашем санатории открыта водолечебница. Мы там оказываем бальнеологические процедуры. Это все виды ванн, солевые, хвойные, йодобромные, скипидарные, сероводородные. Но в нашей водолечебнице есть уникальная особенность. Мы проводим пантовые ванны. В данном случае мы уникальны, потому что в московском регионе никто больше не делает пантовые ванны из свежезамороженных пантов морала. То есть, получается, в вашем санатории можно получить весь
лечебный эффект пантовых ванн, не улетая на Алтай, потому что многие люди за пантовыми ваннами, за лечебным эффектом летят на Алтай. То есть можно все получить здесь. Эти панты Марала мы получаем непосредственно из горного Алтая, которые проходят специальную консервацию и сохраняют все свои уникальные свойства. Мы эти панты варим уже непосредственно перед процедурой, и человек получает, соответственно, свежеприготовленную пантовую ванну, а не концентрат, как оказывают другие учреждения. Пантовые ванны, они обладают достаточно широким перечнем эффектов. Это связано с тем, что они являются природными адаптогенами, способствуют адаптации человека к тем жизненным сложностям, которые происходят, к стрессу, на фоне которого, например, может падать защитные силы организма, то есть повышают иммунитет, они способствуют нормализации сна, способствуют улучшению кожи. Наиболее популярный эффект, за которым приходят наши пациенты, это повышение потенции. Дело в том, что в пантах Марала находится достаточно много тестостерона, и срезка пантов происходит в период гона маралов, и они содержат достаточно много биологически активных веществ, которые помогают справиться с мужским бессилием. Лететь на Алтай уже не надо, потому что все то же самое можно получить и здесь, и в этом плане человеку это даже будет экономически рентабельнее, потому что пациент будет экономить на перелете, на размещении. Но помимо всего прочего, мы эти услуги оказываем в течение целого года благодаря консервации пантов. Наибольшее количество услуг, которые предоставляются на Алтае по пантовым ваннам, они сезонные. Это июнь, июль, август, то есть, как правило, это летний период. В течение других сезонов возможность получения их резко сокращается. Нет, наши кедровые бочки, они сделаны из кедра. Это очень важно, потому что кедр обладает бактерицидным эффектом. Бочки эти изготовлены также на Алтае, они изготовлены индивидуально с нашим логотипом. Достаточно популярная как и лечебная, так и оздоровительная СПА-процедура среди пациентов. Мы используем помимо в кедровой бочке различного рода фитосборы, в том числе и панты Марала, то есть для того, чтобы достичь поставленной задачи. Это могут быть успокаивающие фитосборы, стимулирующие фитосборы или эффект пантовой ванны, который будет получен в бочке. Работает косметологический кабинет. У нас выполняются практически все виды косметологических процедур, как врачебные, так и сестринские. Мы можем предложить обертывание, маски, эпиляцию. Все, что захочет наш отдыхающий, у нас есть возможность предложить. В нашем санатории можно получить консультативную помощь. Как я уже сказал, консультации у нас оказывают ведущие специалисты университетских клинических больниц. Также мы проводим анализы, производим забор крови, весь спектр лабораторных исследований, функциональная диагностика, это ЭКГ, спирометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ и артериального давления, велоэргометрия, ультразвуковые исследования, физиотерапевтические процедуры, магнитотерапия, лазеротерапия, электролечение, светолечение, ударно-волновая терапия, криотерапия, как локальная, так и общая, грязевые процедуры, грязевые аппликации, грязевые ванны, различного рода медицинские манипуляции, которые проводят врачи, например, там, промывка миндалин, если мы говорим про ОР-врачей, или удаление родинок и бородавок, то есть такая небольшая амбулаторная хирургия. Конечно, пациент в нашем санатории может пребывать круглосуточно. Мы оказываем стационарное круглосуточное лечение по
Основным профилем это заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы и мочеполовой системы. Пациент может к нам поступить на комплексную программу реабилитации. Программы начинаются от 7 дней, 7, 10, 14, 21 день, в зависимости от назначения лечащего врача. Может пребывать пациент, ну и дольше, естественно. Алексей Анатольевич, а расскажите про номерной фонд, про то, где может ваш пациент, ваш гость остановиться и в каких условиях он может проживать. Номерной фонд у нас представлен стандартными двухместными номерами, одноместными номерами, двухкомнатными люксами. Все номера у нас с удобствами и оснащены всем необходимым. Телевизор, холодильник, бытовая техника, мебель. Очень важно отметить, что на кроватях у нас используются ортопедические матрасы для комфортного пребывания пациентов в нашем санатории. Помимо номерного фонда, на территории санатория у нас находится 18 комфортабельных коттеджей, в которых может разместиться от 4 до 6 человек. Они полностью оснащены для автономного проживания отдыхающих. Алексей Анатольевич, а расскажите, чем может заняться семья, если она приехала, ну, если пациент приехал к вам с семьей, он проходит процедуры, чем может в это время заняться семья, находясь здесь у вас? У нас располагается физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, два бассейна, один для взрослых, это 4 дорожки по 25 метров, детский бассейн с гидромассажем и грибком. Также на физкультурно-оздоровительном комплексе находится спортивная площадка. Есть сауна, куда может, ее может посетить любой желающий после бассейна. Также есть русская баня. И у нас еще есть сауна с купелью в спальном корпусе, в которой проводятся различного рода процедуры, в том числе лечебная физкультура в купели. В нашем санатории достаточно разнообразная культурно-массовая программа. У нас работает кинозал, в котором проходят регулярные показы видеофильмов. Существуют кружки по интересам, это рукоделие. Проходят экскурсии в городе Звенигород, в том числе с выездом в Москву или ближайшие окрестности. Существуют паломнические туры совместно с Савино-Сторожевским монастырем. Также достаточно широко пользуются популярностью спортивные игры, то есть существует прокат спортинвентаря, где можно взять необходимый инвентарь и поиграть в волейбол. Помимо тренажерного зала с так называемыми бытовыми тренажерами, да, это беговая дорожка, это эллипсоидный тренажер, у нас еще есть реабилитационные тренажеры, на которых мы можем заниматься с нашими отдыхающими по индивидуальной программе. Например, если у человека, человек не может переносить большую физическую нагрузку, но необходимо продолжить занятие, у нас есть специальный тренажер, это так называемая антигравитационная дорожка, которая позволяет разгрузить пациента и адаптировать его к спортивным мероприятиям. Можно отдохнуть на различных зонах, на шашлычных площадках и зонах барбекю, которые расположены на территории санатория. Мы планируем организацию пляжа на берегу Москвы-реки. Питание у нас осуществляется по выборному и заказному меню, то есть в зависимости от диетических рекомендаций врача составляется меню. Пациент его получает, отмечает свои приоритеты, что он хочет получать, и ему готовят уже непосредственно, исходя из его пожеланий. Скажите, а может ли получить профессиональный спортсмен весь спектр услуг для себя, находясь у вас? Для него важны разные нюансы, в том числе там, массажист, в том числе реабилитация, восстановление? Да, конечно. У нас в санатории 4 массажиста. Соответственно, они всегда заняты, без дела не сидят. Помимо классического лечебного массажа проводится спортивный массаж, тайский, балийский, массаж с использованием бамбуковых палочек, бамбуковых веников, баночные массажи, массажи с аромамаслами, висцеральный массаж.
Алексей Анатольевич, спасибо большое за рассказ. Мы обязательно посетим ваш санаторий, обязательно примем пантовые ванны. И я, как бывший спортсмен, по вашим рекомендациям обязательно приеду к вам. И я думаю, наши зрители тоже будут приезжать к вам, потому что действительно ваш санаторий находится недалеко от Москвы и в очень комфортной зоне с очень большим спектром медицинских услуг. Большое вам спасибо. Я думаю, мы скоро с вами увидимся. Спасибо большое. Ждем вас в гости и приглашаем всех желающих к нам для лечения и отдыха.